Вот сейчас встретил сразу двух знакомых, с одним-то я переговорил, а второй проскочил. Если вот сейчас вернуться, как говорится, отмотать кадры назад, то тот человек, который шел с телефоном, разговаривал, это Варий Павел Владимирович, атаман городского казачьего общества. Он меня тоже узнал, мы поздоровались кивком головы. Конечно, можно было поговорить, много есть о чем рассказать, но в следующий раз. Сейчас я нахожусь опять на площади Декабристов. Вот она какая заснеженная. А Виталий, вот с которым мы разговаривали и здоровались, он адвокат. Сейчас адвокат, до этого работал в миграционной службе. Это краевая библиотека имени Пушкина. Ну вот и все. День сегодня прекрасный. Мне сегодня просто, ну, везет. Встречаются очень хорошие, добрые, понимающие люди. Все замечательно. Я нахожусь в Чите. И это площадь Декабристов. Единственное, что в Чите меня как бы так вызывает вопросы, это взгляды, когда человек идет и снимает. Просто вот такие. Вот такие взгляды. Необычно.